Итак, когда вы зашли в игру, нажимаем сочетание клавиш Win J. Высвечивается вот такое вот окно. Здесь что у нас есть? Время, Xbox, также папка, где находятся записи, и настройки. Также скриншот, здесь находится запись, звук голоса, звук игры, звук голоса и вот эта вот функция камера. Так, это у нас начать трансляцию. Можно вести сразу трансляцию через интернет, я так понял. Ну, посмотрим настройки. Открываем настройки. Здесь есть запомнить это как игра, собрать данные журналов, сохранить тему, светлая, темная, текущая тема, условия предоставления услуг трансляции, запись. Так, если вам нужны другие настройки, нажимаем «Изменить другие настройки». И заходим уже в параметры самого компьютера. Здесь есть меню игры. Вот все тут по-русски написано. Вы можете менять свои сочетания клавиш, делать снимок экрана, открыть меню игры. Игровой режим вот здесь тоже устанавливается, трансляция устанавливается. Словом, ничего тут такого серьезного. Вы можете все это дело понажимать. Вот громкость микрофона, громкость системы. Так, язык широковещательной рассылки английский. Камера отключить, включить. Вот такая. Записать звук во время трансляции. Вот вы его ставите включить, выключить. Так, что еще тут? DVD для игр. DVR. Вот стоит запись 2 часа. Вы можете поставить 30 минут, словом, это максимальная длина записи, 2 часа. Вести запись в фоновом режиме, пока идет игра. Вот, включить, отключить. Все это здесь вы можете открыть папку, вот, сохранить снимки экрана, в какую папку поставить. Так, ну и все, это в принципе не надо. Нажимаем опять Win J, высвечивается окно, мы жмем вот так вот на запись. И сейчас высветится в правом верхнем углу именно то, что запись началась. Вот. Здесь показывает он время, сколько идет запись. Здесь типа остановить запись, это выключить микрофон. Ну, во время трансляции, допустим, вы можете отключить микрофон или просто поиграть, чтобы не было... Там слышно, как вы пьете чай, допустим, я к примеру. Когда вы все это записали, этот весь процесс, вы просто нажимаете на вот это «Выключить запись». И сейчас посмотрим, где найти сохраненный файл. Итак, чтобы найти файл, сохраненный после вот этой записи, заходим в мой компьютер, находим видео. Сейчас все откроется. И находим папку вот это, клипы. Вот здесь сохраненная уже игра, весь процесс вашей игры. Вам достаточно открыть ее в каком-нибудь проигрывателе или выложить на свой канал. Все, всем пока, до свидания.